В последнее время в нашем мире слишком много читеров, поэтому я, ребята, выпускаю очередную серию читер-патруля. Здорово всем, ребята, Акинтуха на проводе, и прямо сегодня налево, направо, вырубать с локтями будем читеров. Потом присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Чтобы получить данный замечательный Kunai Luxury, первое, что тебе надо сделать, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс свой ID. И третье, самое важное, посмотри все видео без примоток. Всем желаю удачи. На GG следов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение, просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Для разминочки я вам покажу далеко не самого жесткого читера. Ну что же, полетели! Посмотрите на этого парня. Он с керамбита, которого нету в стендофе. Ребят, как такое вообще возможно? Вы это видели? У парня откуда-то появился новый керамбит, и он этим новым керамбитом просто мочит всю команду спецназ. Ну, ребят, разве это нормально? И, конечно же, вот его ID 994-14388. Уважаемый пассажир с грустным смайликом, мы тебя забаним и отправляем тебя на Банановые острова. Ребятки, давайте посмотрим, как же себя проявит читер в этой карточке. Ну что же, смотрите, читер подбегает, у него новый керамбит. Я не понимаю, откуда у читера новый керамбит. Ну, скорее всего, это самый обычный керамбит, только он поменял в нем как-то текстурку. Но я такого раньше не видел. И посмотрите, и начал мочить, какой бессовестный. И самое интересное, почему-то не начинается игра. Конечно же, этого пассажира мы отправим на Банановые острова. Ну а прямо сейчас вы, ребятки, увидите читера с моей аватаркой. Просто представьте, какой же он наглый. И прямо сейчас, получается, забаню самого себя. Ник у него очень нецензурный. И, ребята, посмотрите, как же он бегает. У него просто спидхак. Ясен пень, братанчик, ты улетаешь на Банановые острова. И, в принципе, я полностью согласен с твоим ником, потому что ты нахрен говнюк. И, конечно же, ребятки, мы этого парня отправим на Банановые острова. Так, ну что ж, давайте прямо сейчас посмотрим на его айдишечку. А вот его ID 99337018. Братанчик, пока. Ну а прямо сейчас вы, ребятки, видите самого доброго читера. Ну что же, поехали. У него прям ник «Добрый читер». Знаете, почему он добрый? Я не знаю, почему он добрый, потому что он бил моего подписчика. Вот его ID-шечка, мы все прекрасно видим. Конечно, с АВМ Трэжер Хантером, куда же без него. И сейчас вы, ну, увидите еще раз, как он при помощи чита прострелил сквозь стенку. Конечно же, добрый читер, ты улетаешь на Банановые острова. Вроде бы ничего необычного, кроме того, что у моего подписчика есть непонятный керамбит. Также перед моим подписчиком стоят два противника. Из этих двух противников один читер, вот он полетел, красавчик. Да ты что, я просто горжусь тобой, вот эти читеры пошли. Даже не могут убить моего подписчика, вот что означает подписчик кента. Так что, ребят, обязательно подписывайтесь. Так, ну что ж, давайте еще раз посмотрим, на что же способен этот читер в следующем раунде. У него ник Димас Колбаса, он уже заплантил бомбу, ребят, как-то... Как-то немножко быстро игра только началась, он уже заплатил бабу и прибежал на респаун моего подписчика, но, к сожалению, его убили. Ха-ха, ну, ребят, но у читера есть бесконечное возрождение, вот тогда, да-да, не удивляйтесь. И сейчас он обратно же прибежит к моему подписчику, второй раз подряд. И в этот раз он замочил подписчика. Так, ну что же, смотрим ID 99-01-658, Димас Колбаса. Ты будешь теперь Димас Банан, потому что мы тебя забаним. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, увидим у любителя прострела. Вы просто посмотрите, как же парень талантливо простреливает. А ты что? Empty iPad, братан. Давай, до свидания. Ты улетаешь на Банановые острова. Ребят, посмотрите, это он с пистолета стреляет, не знаю, как с пулемета. Ну что же, начинается сама игра. Мало ли, это была развин, какие-то баги. Ну что же, смотрим. У нас еще 5 секунд до начала игры, а читер прибежал и всех замочил. И самое обидное то, что у него ник iPad. То есть он делает вид, что он айпадер. Братан, ты не айпадер, ты нуб галимый. Конечно же, этот empty iPad улетает на Банановые острова. Я очень надеюсь, что разработчики, ну, предпримут какие-то меры, чтобы таких читеров не было. Ну что ж, давайте посмотрим, на что же способен этот читер. Братанчик, не переживай, мы вас забаним. Конечно же, я уже вижу АВМ, значит, скорее всего, будет АВМ Трэжер Хантер. Угадал? Ну как это, что, нет АВМ ТХ? Да и трофал какой-то.
Конечно же, АВМ Treasure Hunter и ID на тройку, чувак, ты чё? ID на тройку! 327-888-34. Ты же просто будешь забанен навсегда, братан, мой тебе совет, удали читы. Ну хотя тебе уже это не поможет. Вот сейчас будет максимально странный читер, вы просто обалдеете. Ну что ж, давайте посмотрим. Это начало раунда, тут все как обычно. Читер прибежал, всех замочил при помощи своего читерского M9 Bayonet. Ну вроде бы все нормально, но сейчас вы просто будете в шоке, потому что они меняются сторонами. И вот тут-то начинается самое интересное. Знаете почему? Да потому что читер, который играет за команду террористов, окажется за команду спецназа. Вы мне не верите? Окей. Давайте прямо сейчас посмотрим на этого красавчика. Раунд только начинается, и сейчас читер в форме спецназа прибегает и всех мочит. Вот. Как это возможно? Я не понимаю, как? Он же спецназовец, и он мочит спецназ. Ну что же, приятного вам просмотра, потому что этот пассажир очень сильно охренел. Давайте посмотрим, что же он сейчас будет делать. Это, ребята, читер с команды спецназа. Он берет бомбу и плентит. Бомбу и плентит ее. Мать моя женщина, я просто в шоке. Чел, который играет за команду спецназа, просто берет и плентит бомбу. Конечно же, этот апдейт. Брат, ты будешь не апдейт, будешь аббан, потому что ясен пень, мы тебя забаним. Он еще играет на ранге сильвер. Чувак, мне тебя жаль. Я вот привык банить читеров, которые там легенды, элиты. Но ты сильвер! Зачем ты скачал читы? Ну что же, ребята, конечно же, этот молодой человек улетает на банановые острова, и мы его забаним, потому что, посмотрите, он просто обнаглел. Он за команду спецназа плотнит бомбу, а потом сам же ее дефьюзит. Я вам скажу честно, я, ребят, видел дохрена читеров, но читера с бессмертием я вижу впервые. Ну что же, начинается раунд, мой подписчик бежит в сторону Тёмки, и сейчас мы увидим пассажира с бессмертием. То есть, происходит такая вот картина, по нему стреляет, а ему все равно, по барабану, у читера просто-напросто бессмертие. И самое, вот знаете, самое неприятное, что команда террориста даже не пытается его кикнуть. Братан, конечно же, мы уже все увидели твое ID. Вот это я понимаю, ничего себе сказал я себе, ребят. Посмотрите, что происходит, он выкинул миллиард керамбитов голд, он все просто берет и мочит по КД. Дружище, все, пока, ты улетаешь на бананы острова однозначно, еще и с бессмертием. Это, ребят, таких людей надо банить просто навсегда, им надо удалять стендов принудительно. Ну а вот конкретно этот момент заставил меня задуматься, я не понимаю только одного. Смотрите, в этой команде читер, почему они проигрывают 0-7, это же просто трындец, 0-7. Ну что ж, давайте смотреть. Просто мне вот интересно, как они могут проигрывать, если счет 0-7. Ну что же, давайте посмотрим, на что способен читер. И при том у читера ник буст 15 голды. Он просто неадекват какой-то. Так. А, понимаю. Да ты что, красавчик. Ты что, моя, ты умничка. У читера еще пинг миллиард. Ясен пень, эту легенду мы опустим на землю. Вот его айдишечка. 985-74-623. Братик, пока. Ну что, мужики, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите любой хороший комментарий. Также обязательно присылайте ваших читеров мне в ВК. Все нужны ссылочки в описании. Всем удачи, всем пока.